24 коллекции от лучших дизайнеров Улан-Удэ, Иркутска и Монголии. Свои эксклюзивные модели они представят на площадке ТРЦ «Пионер». По словам организаторов, это идеальное для дефиле помещение. Огромный зал, шикарный свет. Шоу обещает быть ярким и необычным. Стильная музыка и звездная красная дорожка. Увидим коллекции от именитых дизайнеров, таких как Мила Шарапова, Игорь Сарапулов, Шедена Айданова, молодые дизайнеры Антонина Сизых, Ольга Мурина, ну и другие представят свои новые коллекции. Главное событие недели моды пройдет в Улан-Удэ уже в 7-й раз. За это время Байкал Fashion Week вырос до международного проекта. В показах принимают участие топ-модели с мировым именем. Всего будет представлено более 250 образов. Также мы пригласили 4 монгольских бренда. Это великолепные Мишель Амазонка, 19th Ricky Daltz, Ayuhai MM и Via Mods. Ну и в этом году Ассоциация монгольских дизайнеров во главе с Мишель Амазонка пригласили организаторов Байкал Fashion Week на их модные показы. Модный показ под названием «Полярис». Так что мы собираемся посетить это мероприятие. Ждите новостей. Набраться опыта и найти новых дизайнеров, чтобы пригласить их на следующий год. Эта неделя моды носит статус показательный. Это значит, что все показы пройдут вне конкурсной программы. Напомню, что Байкал Fashion Week пройдет с 17 по 23 ноября. Главное дефиле состоится в первый день на втором этаже торгового центра «Пионер». Дарья Белоусова, Евгений Павлов. Новости дня.